священнослужители и мирян наградили церковными наградами за усердные труды во славу Святой Церкви. В прошлом году была учреждена медаль Балаковской епархии во имя святого праведного Александра Чигринского. Этой медалью и архиерейской грамотой были награждены духовенство и миряне за вклад в созидание церковной жизни епархии. Епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей поблагодарил всех, кто потрудился на ниве добрых дел. Конечно, главная награда будет от Господа. То, что люди участвуют в деле добра, это очень важно, потому что добро есть, безусловно, желание Бога, чтобы это добро было между людьми, чтобы они старались любить друг друга, жертвовать собой и творить дела милосердия. Награждение происходило в день Святой Пасхи во время Великой Пасхальной вечерни в Свято-Троицком кафедральном соборе. Службу совершил епископ Варфоломей. Эта вечерня завершает собой богослужение Дня Пасхи. Непродолжительная, но необыкновенно радостная и торжественная служба посвящена воспоминанию чудесного явления воскресшего Господа своим ученикам. Мы пришли, зажгли огонь, принесли свечки, да, огонь домой, и как бы передали этот огонь. То же самое и любовь. Вот мы здесь зарядились, нам здесь Господь дал вот это чувство любви, чувство радости. Мы приходим домой, что-то доброе, хорошее сказали, участвуя в жизни другого человека, и мы передали вот эту божественную благодать, божественную радость другим людям. Я думаю, что это основа христианской миссии. Не просто словами доказывать, что такое православие, а именно делами. И в первую очередь делами любви, делами милосердия. Во время богослужения в собор был доставлен благодатный огонь, сошедший в храме гроба Господня в Иерусалиме. По благочестивой традиции верующие уносят светильники с огнем, чтобы дома зажечь лампаду. Праздник Пасхи отмечается в течение 40 дней, и на протяжении всего этого времени в храмах поют пасхальные песнопения. Особо отличается первая неделя после Пасхи. Все богослужения совершаются по пасхальному чину, так же, как в пасхальную ночь.